И мой вкус.
У мартеновских печей не смыкала наша родина очей. И ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы. Возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порохом тропа, это праздник, с нею на листах. Thank you.
Казахстан бүгінде ардагерлеріне, әлеуметтік қолдауға мұқтаж азаматтарына тең көлемде қолдау көрсетіп отырған бірден-бір мемлекет болып саналады. Ардақты ардагерлер, жеңіс күні мерекесі көңілдеріңізге нұрлы шуақ ұялатып, қуаныш сезімдеріңізді ұлғайсын, еліміздің жемісін халықпен бірге көре білулеріңізге біз шындықпен тілектеспіз. Сіздерге сергектік, мықты денсаулық, ұзақ та баянды ғұмыр тілейміз. Ұлы жеңіс күні құтты болсын. Дорогие ветераны, дружите друг. На протяжении многих десятилетий День Победы является самым святым праздником для всех граждан нашей страны. Победа в Великой Отечественной войне, подвиг и слава прежде всего старших поколений и всего нашего народа. Как бы ни менялись страницы нашей истории, 9 мая остается неизменным, всеми любимым, дорогим, скорбным, но в то же время светлым праздником. Мы помним о тех, кто шел на встречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал победу, и о тех, кто поднимал страну из руин. Это день великой памяти, это день великого подвига, это день великого символа служения Отчизне. Вот каждый из нас, память об этой великой победе будет вечно передаваться из поколения в поколение. В этой связи хотелось бы выразить благодарность организаторам сегодняшней благородной акции Валентину Куприяну и другим организаторам, а также всем тем, кто принял участие в этом благородном деле, бессмертный полк. И нет сомнений в том, что в следующем году, когда мы будем праздновать 70-летие Великой Победы, предмет этого полка будет многократно увеличен. Как известно, в Великой Отечественной войне и Южного Казахстана приняли участие более 140 тысяч человек, и из них больше половины, к сожалению, не вернулось домой. За героический подвиг 58 наших земляков были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. А 8 человек стали полными кавалерами Ордена Славы. За мужество проявленное в боях, а также были награждены орденами и медалями десятки тысяч южно-казахстанцев. Сегодня 69-я годовщина Великой Победы. Вместе с вами празднуют 538 участников войны, более 25 тысяч тружеников тыла. В этот праздничный день самые теплые поздравления и слова благодарности мы адресуем прежде всего вам, дорогие ветераны, фронтовикам, тружеников тыла и всем тем, кто на своих плечах вынес все тяготы военного неправедствия. Вы все поколения победители, и мы гордимся вами. Для нас, наследника Великой Победы, ваше самоотверженное служение Родине – яркий пример единства, стойкости, мужества и героизма. Мы благодарим вас и желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и бодрости духа. С Днем Великой Победы! Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің атынан Бекназар Айтжанға беріледі. Потому что
қазақтың жолы бар уақытта бейбіт болсын, аспанымыз ашық болсын. Жастар ұйымы, жастар қазақ елі. Рахмет. Ұлы Отан соғысының ардагерлері, қазақстан жауынгер батальонының жауынгер тілек жарияланды. Құрметті ардагерлер, сіздерді дан құрметіне тағзым етуге шақырамыз. Thank you.
победы. Вновь он был от нас дарен, как от неба лучше таял горе. Приберемся, отгорелые твои, это все мы.